Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, South Park, продолжаем. Значит, у нас задание, ну, что не попало на запись? На запись кое-что все-таки не попало. На запись не попало, как я взял один чин покемон в параше. Но это не страшно, я думаю, это не такая уж и большая проблема, особенно учитывая тот факт, что я все их собирать не буду. Я что, идиот, что ли? Делать мне больше нечего. Закрываем это и идем вот туда, вот туда, вот туда. Он пройдет через эту сраную елку? Не пройдет, конечно. Будешь так выглядеть, парень, секс тебе не видать. А тебе видать, да, слышь, Дон Жуан, ты себя давно видел в зеркало-то, мать твою? Тоже мне стоит какой-то задротина с тамагочи в руках. Это что? Что это за котик такой помирающий? Как, что-то можно с ним сделать? А ну, тадык. Зачем? Зачем я это сделал сейчас? Есть, был ли в этом какой-нибудь смысл? Вроде как не... А, еще не попало на запись, как я купил у мистера Маки несколько зелий всяких. Так, вот сюда мне и нужно. Так, сейчас опять какие-то военные нагрянут. Граждане, не на что смотреть. Совершенно ничего необычного не происходит. Мы просто готовимся к большому открытию нового ресторана Taco Bell. И захватили с собой всю гребаную нацгвардию. Зачем? Это будет очень большой Taco Bell. Он открывается через пару недель. Спасибо. Агент Маудер, блин. Какого хрена ты делаешь? А в этом Taco Bell будут продавать энчирито? Чего? Ну будь там полное меню Taco Bell, или это опять будет два в одном, Taco Bell и KFC. У нас тут любопытный. А, я так понимаю, сейчас какая-нибудь дилда сверху на него упадет. Просто придерживайся сценария, протокол. Но сэр, он хочет знать, будет ли меню Taco Bell. Черт возьми, у нас нет указаний по этому поводу. Майклс, изолируйте и нейтрализуйте угрозу. Так, точно. Послушай, это простой вопрос. Раз уж это Taco Bell такой огромный, будут ли там продаваться энчирито? Мне кажется, у нас есть право... Марк? Граждане, мы понимаем, вам не имется, но ради вашей же безопасности просим держаться подальше от строительной площадки. Марк? А, ну я могу тебя зарубить, чтобы тебе было легче, то есть уйдешь за ним. Чтобы пустить шептуна, нажмите, а затем отпустите... Да, мне кажется, это самое уместное на глазах умирающего, у жены, потерявшей ребенка, пустить шептуна. Почему бы и нет? Почему бы не опердеть труп несчастного мужа? Так, а что... Я понял, а зачем? Управляй пуком при помощи мыши? Я что-то не совсем понимаю, как я могу управлять пуком при помощи мыши. А, нажми А, затем отпусти П. Чего ты там пизданул? Бебе. Так, управление, стрельба, управление. Стрельба. Ага, вот так, да? То есть я мышью нажимаю, а теперь раз и П. Так, теперь раз и сюда. Ну это как бы не работает. Я же нажимаю, как мне говорят. Нажми, а затем Я думал, нажми А, затем отпусти П. Я не то делаю. Сейчас. Нажми, затем отпусти. Так это я уже все умею. Если я не ошибаюсь, правильно? Что мне нужно пропердеть? Господи, я никогда не думал, что буду задаваться такими вопросами по жизни, как что мне нужно пропердеть. Значит так, вот такой вот пахучий отвлекающий маневр. Когда пук достигнет нужного места, нажми левую кнопку мыши, чтобы взорвать его. Ну давай, значит, вот нужное место. Где он там? Взорвал. Сработало? А где он вообще? Я его не вижу, банально. Еще раз. Так, вот. Что это было? Ну и что? И теперь мы можем тут вот обойти? Нет, не можем, это не так просто все. Сейчас, еще раз. Так, шептун. Так. Окей, сейчас он вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Что это было? Так, теперь... Сюда, 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 сюда. Эй. Так. Ну-ка, как-то это надо так проделать, да, чтобы они оба отвернули. Да, блин. Есть! Проскочил. Отлично. Так. Да, затуп, конечно, получился с этим шептуном. Зайди в главное здание. Пускай шептун, чтобы отвлечь врагов и проскользнуть мимо них. Короче, это пошел стелс. То есть, эта игра еще и сочетает в себе элементы стелса. Ну, давай, наверное, вот туда попробуем его.
Оп, молодец. А вот, кстати, смотри-ка. Можно же воспользоваться еще вот чем. Во! Вот так! Можно еще и перемещаться таким образом. Почему бы и нет? Каменный забрать. Эту что? Нет, нельзя. Можно пройти вот в эту дверь, да? То есть это, по сути, наверное, туда же приведет. Что так, что так. Но просто я еще... Но пока мы топчемся на одном месте. НЛО так и сбрасывает сюда токсичные отходы. Мы собрали всю слизь, но нет гарантии, что она не появится снова. А эта инопланетная жидкость чем-то отличается от той, что была в прошлый раз? Такое же действие. Боюсь, что да. Когда инопланетные отходы вступают в реакцию с органическим веществом, они превращают мертвых в нацистских зомби. Так это... Я буду убивать евреев жестко-жестко. А, ну опять началось. Черт побери. Меня эти нацистские зомби просто доконали. Прямо деваться некуда. Если этот зеленый токсин попадет не в те руки, ситуация выйдет из-под контроля, у нас будут большие проблемы. Так, мы должны сравнять с землей все, что находится в радиусе трех блоков. Найди, где можно заложить бомбы, а затем пусти утку в землетрясение. Если не будем медлить, сможем остановить эпидемию. Вперед! Наш разговор записывался. Он на этой кассете. Я ненадолго оставлю ее здесь, потом приду и зашифрую запись. Потом я ее спрячу, никто никогда ни о чем не узнает. Отлично, хорошая мысль. Да, спасибо. Еще ты забыл оставить какую-нибудь табличку там, светящуюся, неоновую, не переливающуюся луча. Какого черт? Он вырвался на свободу. А, евреи, сейчас я вас всех мочить очень сильно. Я вижу твой еврейский нос. А, то есть мне сейчас надо... Ах, маленькие евреи! Это будет мой величайший концерт! Ты знаешь, если в концентрационных лагерях дают концерты, то может быть... А когда твое оружие начнет мигать, нажми левую кнопку мыши или... А, чтобы... Ну-ка, давай. Тарарат-там! Да нормально так отняло, слушай. Я вообще не знаю, мне нужно что-то делать особо. Джимми исполняет песню, которая ослабляет врагов и укрепляет союзников. Джимми усыпляет врагов. Поэтому они будут проснуться или будут проснуться. Нажимаю указанную клавишу. Какую? Какого хрена? Да, блин. Так, окей. Получилось. Я думал, я уже просрал, потому что, блин. Давай еще пращу в него бросим. Я думаю, этого, в принципе, будет достаточно. Сколько еще их будет в этой игре, мне интересно. Наверное, их будет в ярости. Атака хромать. А что за хрень? Почему он до сих пор жив? Так, нажми правую кнопку мыши, когда арбалет замигает. Таран! Пока четко получилось. Очень четко получилось, мне понравилось. Давай все соберем. Что там у зомби вообще есть? Так, забрать. Ну, что-нибудь хотя бы забрать, закрыть. Так, бронешлем спецназовца. Перчатки спецназовца. А вот, кстати говоря, может быть хорошая тема. Давай посмотрим. Гота, пришельцев, тактические перчатки, ин... Это оно и есть? Уровень 8? Нет, спасибо. А, и, кстати, я, наверное, могу наверняка... Не, не могу. Не забудь звукозаписывающее устройство. А я забыл, прикинь, я уже... Я, собственно, уже его забыл. Нам, во-первых, туда надо пройти. Там же нацистские зомби оттуда выскочат. Берем. Диктофон родительского. Чел, так он-то на секретной государственной базе. Ну, она как будто на секретной государственной базе, да. Да что ж так быстро-то триндишь? Так. Парик а-ля ёжик. А-ля ёжик. Хороший себе. Замечательный парик. Наверное. Но я его не надену, потому что мне делать нечего. У меня же классный готский прикид. Я похож на солиста группы Хим, и меня это целиком и полностью устраивает. А мы можем просто... О, смотри. Можно здесь, наверное, что-то взять. А вот, кстати говоря, можно было запереть этого мудака в машине. То есть пустить туда, шип туда. Он бы туда пришел, а потом, наверное, стрельбой выстрелить. И вот так вот, да, запирается. Ну, это ничего. А, вот еще какая-то хрень. Давай. Ясно. Это сюда можно было бы пустить шептуна и убить его электрически. Тоже неплохо. Они нацисты. Я думал, Америка этим уже переболела. Так, окей. Сейчас проверим, переболеем ли мы этим. Ответный удар. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо. Не надо. Да уйди, нацистские зомби, не бей меня. Да нихрен, выстрел в голову.
А чё я жив до сих пор? Закатать вас. Зараза, зараза, нифига себе. О боже, так. Это насыщенная кофейная смесь заполнит зияющую пустоту твоей души. Да я думаю, это мне не нужно. Давай, наверное, воскресим вот его. А то ему совсем хреново. А он потом хотя бы песенку какую-то споет, может быть. Теперь возьмем и... Тот он готов к атаке, я так понимаю, или что? Или у него щит? У него щит, его нужно... А, это он готов к атаке. Черт, вот ты дурак, это я просрал. Power Accord, а ну-ка. И что это? Все внимание на яблоко. Ух ты, о, прикольно, прикольно. Мне понравилось. Еще какую-нибудь мелодию бы в стиле Iron Man. Хотя не, не надо ее тогда забанить. YouTube за нарушение авторских прав. Ослабляет врагов, укрепляет союзнику. Союзников, давай. Жми на S как можно чаще, когда Джимми начнет заикаться. Ну окей. Давлю, давлю. Ага, отлично. Отлично. Я думаю, никто не возражает, что я не буду это петь вслед за ним. Я думал, сосредоточиться. Ну, про маму надо было, да. Про маму нельзя было не пошутить. Хромает! Хромаете вы все, поняли, мудаки? Ах ты, падла. Да все это капец. Они сейчас от меня ничего не оставят вообще. Это даже невозможно играть. Укус зомби-фашиста. Смотри, все, у меня практически не... О, боже. Да как? Да как играть-то, блин? Да вы что издеваетесь? У них сколько ходов было? Они по второму разу начали идти. Продолжить, погоди. Можно только не с битвы продолжить, а заранее. Да, вот я сейчас попробую как-нибудь так выйти, чтобы кого-нибудь из них, может быть, грохнуть. Так, 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 тихо, 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 тихо. Есть, да я просто... Да их просто можно оббежать. А зачем? А зачем мне вообще с ними связь? Пусть они жрут вон людей. Я не против. А куда мне теперь нужно? Ну, забрал. Я же забрал диктофон. Чего еще пишут? Я, в принципе, уже все сделал. Теперь диктофон мне нужно отнести к Стэну Маршу. Правильно? В комитет школьный или куда-то. Ну-ка, давай. Сейчас, где там эта хрень? Это школа? А, ага, ну вот сюда, хорошо, пусть сюда. Разъяренные враги не могут воспользоваться специально... Ой, короче. Ну, тут уже зомби вовсю, они уже жрут. Замечательно. Везде будут сплошные нацистские зомби, я так понимаю. И сейчас, наверное, даже ролик сразу, я думаю, пойдет. Сразу я... А, нет, погоди. А что за фигня? А откуда... А позвольте-ка узнать, а откуда я начал... Я же взял этот диктофон, правильно? Откуда я начал игру? Почему я взял диктофон и теперь... Я не знаю, что с ним делать. Это как понимать? Ну-ка, задание. Проблема родительского комитета. И забери, так я забирал диктофон. Чего происходит? Сейчас, стоп, 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 стоп. Видимо, я чего-то недопонял. Может, меня откатило немножко назад после убийства? Да нет, вроде бы, потому что... Все эти мудаки уже зомби. Я уже зомби видел же, правильно? Погоди, еще раз сейчас туда придем. Давай, это в принципе не особая проблема. Где там находился, блин? Вот это, да, вот сюда сейчас влево пойдем, доберемся. Что я не пойму, игра что ли издевается надо мной? Ну ладно, сейчас проверим. Значит, если верить, да, если верить игре, то диктофон я не взял пока. Блин, можно пройти просто, ну давай, пойдем. А если парики, средства макияжа не избавляют неуверенность в себе, постекли... Не, ну вот дохлый солдат, какого хрена? Значит, я не мог не взять диктофон. Или что, или как понять? Он же вот здесь вот стоял, я его подобрал. Пу, дай! А что? Ладно, я все, я не задаюсь никим, я ничего не понимаю. Может, мне это приснилось, блин. Так, давай, выходим отсюда. Выходим отсюда, где ближайший, мать его, так, флажок. Вот здесь, правильно. Теперь в родительский комитет идем. Да, идем вот сюда. И перемещаемся. Вот сюда. А, ну, значит, вот сюда, окей. С этими ты не видать толком. Он только нас перевозит, но вот его самого как персонажа, наверное, по ходу в игре не будет сюжетно. Он никак не будет, наверное, задействован. Он будет просто именно как элемент геймплея.
Это немножко обидно, конечно. Итак, ребята, я пришел. Та-да. Что это такое? Это запись. На ней информация. Ни хрена себе, на ней информация. Он что-нибудь сказал? Какой конкретно Taco Bell? Когда они закончат стройку? Так, мы должны сравнять с землей все, что находится в радиусе трех блоков. Чего? Заложи вращатку под землей, сейчас здесь все взлетит на воздух. А затем пусти утку про землетрясение. Они просто взорвут три блока? Сукины дети. Вы сукины дети! Такое не имеет права. Я так и знал, что что-то не так. Это далеко не простой Taco Bell. Это самый громадный Taco Bell, который когда-либо строили. Видите, с тех пор, как в Taco Bell появился Doritos Locos Tacos, они думают, что им море по колено. Не, ну с Локосом Такосом, то конечно, я тоже так. Не здесь, не в нашем городе. Молодец, новичок. Мы не дадим Taco Bell победить. А теперь я тебя сфотографирую. Ты рядом с членами родительского комитета, как ты и хотел. А улыбнуться? Прекрасно, перешлю снимок. А, проблема родительского комитета, задание выполнено. Отлично, все ради сраного снимка. То есть, все это, то есть, я не знаю, военная база, да, вторжение. Избежал нападения нацистских зомби ради того, чтобы получить сраную фотку. И отнести, подлизаться к этим сраным наркоманам. Удивительно. Ох, дети, дети, делать вам нечего. Приоритеты вы расставляете неправильно. Так. Привет, чувак. Принимай. Если сейчас не примете, я просто, блин, такие вам страдания устрою, что вы пожалеете, что вы не гламурные бичи. Да, но он все равно не год, он должен пройти последний проект. Фродо, может, ты выглядишь как год, но сможешь ли ты станцевать? Да ты сам выглядишь как Фродо, долбоёб ты. Уже нет слов просто. Так, чего нужно? Ага. Ох, ох, блин. Это не просто будет. Это явно будет. Дай, да я не успеваю сообразить даже. Хотя нет, что, успеваю. Это... Да, танцует он, конечно, охренительно. Неплохо, Фродо, но ты танцуешь, как какая-то поп-звезда и конформист. Да, удачи тебе в будущем, лузер. Вы что, охренели, что ли, гандоны? Ты не можешь танцевать как год, поэтому перестань тратить наше время и кривляться. Станцуй как год. А в чем прикол? А, я, наверное, должен только черненькие вот эти вот танцевать, да? А кофейные чашки я вообще не должен трогать, да? Или как? А может быть и нет, чего я это взял? Ну, сейчас проверим. Сейчас проверим, хорошо. Блин. Ясно, значит, нужно все-таки обтанцевать все. Зачем зажимать пробел? Я просто нажать хочу и пропустить. Что там зажимать? Там, короче, этого зажатия реплика-то. Так у меня не получается или у меня получается? Может, я неправильно все делаю? Ну, вроде более-менее выходит что-то. А что ж тогда не нравится? А что тебе нужно-то? Тупой мудень. А может надо именно стрелочки? Я просто нажимал ВСД. Ну-ка, я стрелочки попробую. Вот, я нажимаю пропустить, и реплика идет полностью. Потому что пока оно вот закруглится. Давай сейчас попробуем так. Фу, блин, тут надо стрелочки нажимать. Я думал, и то, и другое пойдет. Конечно, мне не засчитывают. Я ни одного правильного движения, по сути, не сделал. Я чувствую ярость, говорю. Ну что, он там что-то танцует даже? Что-то прихлопывает, танцует. Ну теперь-то, блин. Что думаешь? Ну год, да, очень готично. Да, это было классно. Я прочувствовал его боль. Ладно, новичок, считай, ты принят. Да, только позови, и мы придем. Фу, только позови, и мы придем. Прям как дешевые шлюхи, молодцы. Ну, платить я вам не буду. Задание выполнено, нон-конформист. Доступно обновление. Это тебе сейчас. Так, пока они там Виктора Цоя слушают, или что они там еще слушают. Малыш год, новые друзья 6. Пит, Майкл, Генриетта, Джимми, Фрэнсис. Да куда мне столько друзей, блин? Я не знаю, не дай бог, когда-то у меня день рождения будет в этой игре. Не напасусь на них тортов. Найди новых, хотя они год, и они, наверное, будут только праздничный кофе пить. С пеплом, посыпаемым сверху. Поговори с Кайлом на заднем дворе и попроси его помочь тебе одолеть Картмана. Расскажи Картману о крепости Кулы и попроси его помочь тебе одолеть Картмана. Я не знаю, как бы...
Я не знаю, что лучше с точки зрения самой игры и будущих миссий, поскольку я, понятное дело, играю в первый раз, чтобы было интересно. Не знаю, к кому лучше присоединиться, интереснее будет игра от того, что я присоединюсь к Картману или Кайлу, но я тогда буду пользоваться чисто своими предпочтениями, я присоединюсь к Кайлу. Потому что, ну, Кайл и Стэн, они мне как-то... Картман мудак, проще говоря. Я понимаю, что он самый яркий персонаж, но мне не очень хочется за него играть. Я уверен, что он меня надует там обязательно, я буду себя чувствовать полным лохом, скорее всего, если к нему присоединюсь. Поэтому идем к Кайлу. Но перед этим мне нужно что? Мне нужно вот-вот, способности, да? О, у меня какая-то способность есть. Твой дрейдл будет отскакивать от врагов случайным образом, снимая все положительные эффекты со всех врагов, падающих под него. Ну, не знаю, я думаю, может лучше вот это обновить. Давай-ка вот лучше пращу обновим. Потом с дрейдлами разберемся. Я так понимаю, что в игре в этой всяких возможностей обновить всякие способности будет еще целая куча, потому что выбери борьбу за людей, вы присоединись к группировке эльфов. Ну, пошли, во-первых, посмотрим, где находится Кайл. Я уже, честно говоря, и забыл-то это абсолютно. Цветок для принцессы, тут я уже был, там я сорвал цветок и не смог его потом почему-то подарить Кенни. Найди новых союзников. Нет. Надо, значит, смотреть так. Поговори с Кайлом. Вот где? Где это? Вот. Поговори с Кайлом. Ага, он аж вон где находится, да? Крайний зелененький домик. Окей. Без проблем. Значит так, я сейчас найду... Я дурак, я мимо пробежал. Там сзади был флажок-то быстрого перемещения. Ну, ладненько. Пусть так. Давай. Мне нужно куда? Прямо сюда, прямо к Кайлу. Переметнемся к эльфам. Давай, где они там? Тарам-тарам-тарам. Ворон Твиттер рассказал, тебе удалось переманить еще одну фракцию на нашу сторону. Поздравляю, просто приведи их сюда, никто не будет сомневаться в твоей приверженности темным эльфам. Заберись в домик на дереве и созови своих союзников. Заберись в домик на дереве, без проблем. Я так понимаю, что сейчас будет какая-то фишка в стиле Властелина колец, когда Гэндальф... Или кто там зажег один факел, потом зажжется другой факел, потом... Без шуток, человек, сакрую. Так. Чё? Элвин. А, я думал Эвил. Типа, злое королевство. Ну что ж, сейчас будем созывать, готовимся. А, понятно, то есть никакой романтики. Обычная сраная смс. Новичок, прости, что сомневался в тебе. Посвящаю тебя в члены общества темных лесных эльфов. Ура! Новичок, мы теперь твои друзья. Отныне присваиваю тебе новый ранг. Командора. Нихрена себе, какой крутой. Командор Душбэк. Ну, Душбэк по-прежнему. Да. Милорд, милорд, мы узнали, где люди прячут палку. Что, правда? Только что перехватили переписку в Твиттере. А, ты сбил их почтового ворона? Да, мы подстрелили их ворона. Злобный король-магистр спрятал палку в своей школьной партии. А, блин, ну конечно. Как он спрятал в своей партии? Темные лесные эльфы. Мы знаем, где люди прячут палку. Я так и знал, что он мухлюет. Мы нападем на школу и зальем коридоры кровью. Нихрена себе. Ура! То есть опять в школе сражаться? Ну, это как-то... Уже были в школе. Не, ну понятно, в принципе, это логично. Геймплей в школе, он обоснован, потому что они школьники. Конечно же, они будут... Защитники свободы! Благодарю за то, что встали на нашу сторону. Сегодня мы больше не люди, не готы. Сегодня мы одна команда. Сейчас я чувствую себя прямо как Гомо Сапиенс. Эльфы идут! Они продубили свой боевой рог. Дуй в наш, Стэн. Эльфы на левый фланг. Дети готы, приготовьтесь атаковать с тыла. А зачем говорить дети готы? Парадный ход заблокирован. Сэр Чмо, посмотрите, сможете ли вы пройти через боковой и убрать оборону с тыла. Ну давай, проверим. Да, смотри-ка. Я уже видел там кусочек обороны пробежал. Как это башкачья. Так, разберем деньги забрать. Разберем забрать, отлично. Тоже забрать. Ты смотри, сколько мертвого народу. И всех можно... Ваше слово законно, лорд. Ребят, это вы их всех перефигачили, что ли? Проникни в школу. Найди им надери им задницу, сэрчим. Эта дверь откроется. Я свое дело сделал, теперь буду сидеть тут и дымить. Путь к дверям свободен. Теперь дело за тобой. Значит, вот к этим дверям, правильно? Ваше слово закон, милорд. Хорошо, как мы можем поступить с вот этой хренью? Рев дракона, воню чары. Ну-ка, давай. Доверь юмор мне. Нет, там я не пройду.
Как-то надо через... вот, надо использовать... Надо... Я понял, сейчас. Управление напарником. Управление напарником как-то... Это означало какую-нибудь шутку или... Здесь нам потребуется бард. Сезам, откройся. А почему именно бард? Никто другой не мог этого сделать, что ли? Или ты волшебные флейты открывался? Кожаный. Внимание, король Лев, здесь скреплено, и армии Христа никогда не сдадутся. Здание... Ты здесь умрешь. Какие армии Христа, блин? Ты чё? Это Картман сказал про армии Христа? Этот циничный, жирный ублюдок сказал сейчас про армии Христа? Вот это да. Последний раз, когда он тащился от Христа, это, по-моему, была серия, где христианский рок они собирались играть. И где он переиначивал все известные поп-песни под христианскую тематику, добавляя слово «Христос» в каждый куплет и припев. А теперь он получается... Ну ладно, неважно, короче, пошли дальше. Забьем на Картмана. Что он там говорит, что он там делает, что он там думает. Нам надо ему сейчас жопу надрать. Нам не нужно рассуждать о том, какие его моральные качества. Новое сообщение от пользователя Малыш Год. А ну-ка, давай посмотрим, что он там накатал. Один новый друг, Кайл. Почему в этой игре никого не убивают по-настоящему? Отстойная игра. Со следующей недели я буду каждый вечер выступать в ржущем мышаке по 3 раза. Вот образец моего набора. У кого есть 2 костыля и желание быть бардом? Сдаешься? Вот кто. О, это потрясающая публика. Да, он любит эту фразу. Вообще, Джимми, когда вырастет, может быть неплохим стендап-комиком. У него, по крайней мере, уже есть задел. Он инвалид, а инвалид может говорить все, что угодно, и над ним нельзя смеяться. В ответ. Их стены что-то там слишком. Этим пользуется, к примеру, тот же... Об этом даже тот же, ну, я не знаю, французский стендап-комик Жамель Дебуз говорил. Что у меня одна рука, и я могу смеяться над кем хочу. А мне никто ничего не может сказать, потому что он тогда будет человеком, который смеется над одноруким. Покажи им, где раки зимуют, новичок. Ой! Это было неожиданно. Ни хрена себе, еще столько за... Хорошо, сволочь такая. Давай. Нате, падла. Ты поджарил этого маза... Этого маза... Мазафакера, чувак, как на таких словах можно заикаться? Точно? Все, чего? Так, а, постой-ка. Вон еще чего-то там. Тоже можно, да? Ну-ка, давай. А как эту хрень пробить? Инопланетным зонтом, что ли? Вроде бы нет. Управление напарником тоже нет. Я убил твоих друзей. Чего ты несешь? Ну! А! Сейчас. Рев дракона. Нет. Так. Так. Ни хрена. Не работает. Как же мне быть-то тогда? Мне надо как-то туда пройти, я правильно понимаю, или что? Или я неправильно понимаю? Ну-ка, давай, забери это тоже. Черт бы побрал. Не знаю пока, что делать. Так, ну ладно, хорошо, на этом месте я в таком случае закончу. Продолжу в следующий раз, чтобы сильно уж тут прям не тупить по 20 минут. А че мой главный герой плачет? А, это не мой главный герой, мой главный герой, вот я смотрю, этот плачет. Сегодня будем обедать человеческим мясом. А че, ну, как бы обедать человеческим мясом надо с большим задором. Че у тебя слезы? Ой, ладно, не важно. Если понравилось это видео, подписывайся на канал, ставь коммент, ставьте лайк. Открывайте описание к этому ролику, там есть плейлист на South Park, на многие другие игры. Там есть ссылка на группу ВКонтакте, вступайте в нее. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.